Веб-камеры, которые установили на время выборов президента России, останутся в школах города. Такое распоряжение дал сегодня Василий Шайхазиев. Камеры продолжат работать ради безопасности детей. Запись с них предположительно будет транслироваться на общие мониторы службы безопасности школ. Во многих образовательных учреждениях эти веб-камеры находятся в спортзале. И в спортзале, в общем-то, проблематично обеспечить сохранность вот этих веб-камер.